Италия исключила участие в боевых действиях в Сирии. Глава правительства Паоло Джентилони 12 апреля после общения с несколькими зарубежными коллегами заявил, что Италия не будет воевать в Сирии, однако предоставит партнерам логистическую помощь. Италия не будет участвовать в военных действиях в Сирии. Об этом со ссылкой на сообщение компании премьер-министра страны сообщает Reuters. Отмечено, что глава правительства Паоло Джентилони в четверг, 12 апреля, пообщался с несколькими зарубежными коллегами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщается, после этого он заявил, что Италия не будет воевать в Сирии, но предоставит партнерам логистическую помощь. Напомним, ранее Меркель заявила, что Германия считает использование химического оружия неприемлемым, но участвовать в военных действиях в Сирии не будет. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что примет решение об участии в боевых действиях, когда будут собраны доказательства применения в Сирийской Думе химического оружия. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.